Я всех приветствую. Сегодня я хочу испечь рулет с маком на бездрожжевом тесте, на моем чудо-тесте, которое я готовлю на кислом молоке, или можно кефир взять, оливковое масло, сода и мука. Очень мало ингредиентов, а тесто получается изумительное. И, естественно, выпечка тоже получается любая, сладкая. Или на пиццу можно, или пирожки с мясом, которые в духовке также пекутся. Для теста 500 мл кислого молока или кефира комнатной температуры, теплое должно быть, щепотку соли, 110-120 мл оливкового масла и добавляем муки, сколько тесто возьмет. Где-то примерно уходит 1 кг муки. У меня мак уже промытый, сейчас он отстоится, и я воду солью, и дальше буду делать. Так, я добавляю молоко. Все молоко, можно сказать, выпарилось. И он практически готов. Сейчас я в мак буду добавлять варенье. We'll be right back.
Мои рулетики готовы. Вот столько получилось. Я, конечно, делаю рулеты по-своему. Мне так больше нравится. Минимум теста, много начинки. Вообще очень удобно даже вот так брать и кушать. Потому что это очень вкусно. Обалденно. Сейчас я возьму, отрежу, покажу. Я покрыла глазурью. Можно не покрывать, если для вас сильно сладко. Вот. Я делаю так. Вот такая красота. Теста мало. Это тесто очень идеальное подходит. Мне очень нравится. Я уже давно пеку на этом тесте. Очень довольна. Вот. Шикарные просто. Приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Всем добра и до новых встреч.